12 июня 2023 год. Прежде чем сегодняшнюю сентенцию записать, объясню, чем я занимаюсь. Я каждый день записываю свои афоризмы, которые когда-то написал, там, начиная с 2009 года. И по нынешнее время пишу, хобби у меня такое. То есть ежедневно я выкладываю там одну сентенцию. В Ютубе, на ТикТоке, ну то есть в хронологической последовательности. И вот сегодня 12 июня, День России, если кто не знает. Раньше это был День независимости, но потом, видать, россияне смекнули, что называть Днем независимости день, когда раб освободил своих рабов. То есть для рабовладельца это точно День независимости. Это что угодно, там Юрьев день, как угодно, но то, что и называется это теперь День России, а не День независимости, да? 12 июня 90-го года – это день объявления суверенитета российских законов над законами Советского Союза, насколько я помню. Так вот, какой у меня припал на этот день афоризм, сентенция какая припала? Совершенно случайным образом. То есть сегодня, ну, уже второй год крупномасштабной войны идет. Я вот сейчас на Ореховском направлении, Запорожская область. Украинская армия идет в наступление, и на 12 июня, День России 2023 года, припал такой афоризм по поводу нынешних их праздников. Звучит так. Веселиться без причины, конечно, глупо, но без настроения помирать жалко. Написал я эту сентенцию, как специально для сегодняшнего Дня России. 24 февраля 2010 года, далекого. Так вот, россияне, празднуйте День России, потому как веселиться без причины, конечно, глупо, но без настроения помирать будет жалко.